Остаться или уехать – главный вопрос для многих абитуриентов. В крупные города отправляются за качественным образованием, за перспективными профессиями, за брендовыми вузами. Но оказывается, все перечисленное есть и в Нижнем Тагиле. В этом убедились уже тысячи студентов Нижнетагильского технологического института УРФУ. Я смотрела, где вот нужна именно химия, математика и вот русский язык. Как я сдавала ЕГЭ, и смотрела институты. Мне выдал УРФУ головной, вот наш институт и несколько еще в Екатеринбурге. Но мне больше было, волновало то, чтобы ближе к дому было. И, может быть, чтобы было легче поступить. Близость к дому – не единственное преимущество. Во-первых, в Нижнетагильском филиале УРФУ достаточно бюджетных мест. Во-вторых, в группах, как правило, не больше 10 студентов. Это значит, каждый учащийся получает внимание преподавателей и необходимые для будущей работы знания. И в-третьих, сегодня в НТИ остались только направления, специалисты которых действительно востребованы. Все вокруг нас – это химия. Химия везде. Так что, естественно, она развивается. 38 тысяч рублей в месяц. Столько в среднем зарабатывал в 2017 году сотрудник сферы производства химических веществ и продуктов Свердловской области. Если посмотреть за пределы региона, например, на заработные платы специалистов-химиков нефтегазовой отрасли, цифры окажутся в разы выше. Отметим, таких вакансий на сайте кадровых агентств всегда достаточно. К слову, студенты НТИ УРФУ часто начинают работать во время учебы. Работа на нашей кафедре лаборантом, все равно идет опыт, который вот так ты не получишь. Конечно, для этого нужно хорошо знать программу, пройденную на занятиях. Студенты проходят сначала общеинженерную подготовку. Они изучают дисциплины информатика, математика, химия и физика. Дальше они изучают дисциплины, которые связаны с химической технологией, процессы аппарата химической технологии, химические реакторы, физико-химические методы исследования. И вот эти вот знания они применяют для расчетов технологических процессов в химической промышленности. Студенты Нижнетагильского технологического института получают фундаментальное образование. Крепкие знания подтверждает диплом Уральского федерального университета. Все это помогает молодым людям успешно строить карьеру в Нижнем Тагиле и далеко за пределами родного города. В этом убедились уже тысячи выпускников НТИ УРФУ. Они в свое время просто поступили правильно.